Первые циклы будут основной акцент на физподготовку, плюс мячи немножко потихоньку добавлять. И будем, конечно, планировать там пару человек брать со второй команды, чтобы когда уже больше с мячами начнем работать, чтобы у нас уже было получалось полноценные две шестерки, там 14 человек. И будем постепенно идти набирать форму к Кубку России, но все равно основная задача набрать уже какие-то основные кондиции, это к чемпионату России. Все хорошо, то есть ребята пришли с улыбкой, все, пока все отлично. Тем более первая тренировка, там, все друг друга давно не видели, общение, улыбки, ну то, что надо.